Да, Павел, разрешение работать на территории Саратовской области получили около 800 человек, плюс более 1000 патентов. В результате бюджет области пополнился примерно на 6 миллионов рублей. Кстати, выросло и количество квалифицированных иностранных кадров, а вот нелегальная миграция сокращается. Мы сейчас говорим уже про трудовую миграцию, которая оказывает квалифицированную такую помощь нашему строительству. И не всегда это человек, который с метлой ходит по городу. Хотя и без них мы тоже не обойдемся. Трудовому мигранту на сегодняшний день невыгодно нарушать законодательство, и он старается легализоваться на территории России. Это радует, я считаю, что это основное достижение. А жители нашей области ездить за границу стали чаще. В прошлом году загранпаспорта получили более 75 тысяч человек. В этом году, как планируют специалисты, эта цифра должна вырасти еще на 25%. Такие успехи связаны в том числе за счет внедрения современных технологий. Оформить документы сегодня можно без очереди и через интернет. Павел.